Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В четверг в Самарской области пасмурно, пройдет небольшой дождь, потеплеет. Температура днем плюс 15, плюс 19 градусов, ночью 9-11 выше 0. Ветер южный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и дождь, днем плюс 14, в темное время суток плюс 9, юго-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде дождя, днем плюс 16, ночью плюс 11 градусов, юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь, плюс 16 в дневное время, ночью 11 с плюсом. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 86%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.